Как отмечают сотрудники ГИБДД, характерными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скорости, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода и переход проезжей части в неустановленном месте. За минувший год на территории города Сочи зарегистрировано 524 дорожно-транспортных происшествий, в которых 89 человек погибло и 628 получили травмы. В целом по России только в январе на дорогах погибло 56 детей. На совещании говорили о том, какими методами и способами необходимо добиваться снижения аварийности в Сочи. Это в том числе анализ установленных дорожных знаков и проведение профилактических мероприятий.